канал пошалі. И игра моя собственная, станция. Я застрял на этой станции. Прям как Нео. В основном я провожу много времени, смотря на поезда. Я застрял в нондескрипт станции со стенами, чьи истории включают выпивших дебоширов. Я не рад, что здесь нахожусь. Я хочу уйти, но я не уверен. Я всегда не уверен в себе. Я потенциально просто надеюсь хоп. Не надо добавить. А, что другой поезд, который проходит... Ну типа, какой будет результат? Да, все закончится. Закончу ли я, будучи счастливым, или просто поезд пройдет, не зная... Когда у человека нет зрения, у него мозги более развиты, поэтому ему даются такие сложные речи. Ну, да, я собираюсь на тот же путь. Может, мы увидимся еще там. Можешь, типа, мне сказать... Что мы можем сделать еще раз не так. Так, давай. Да, я не рад, поэтому попробуем выбрать другой вариант. Я еще немного останусь. И пока эти проходят. Да, это так расслабляюще. Это просто как что-то там взять. Три точки. Это не легко. Я не могу оставаться с этим чувством. Мне нужно что-то сделать. Я должен вытереть себя, оплакивать себя изнутри. И я продолжаю как это. Нет, я не продолжаю. Я всегда продолжаю. Я буду, но я не буду. Не полностью. Я просто параноидирую. Что люди думают, чтобы вот, сделать им что-то. Я типа говорю им что-то про себя и смотрю и горжусь этим. Я хочу сделать что-то, что мы обратились. Но сейчас я смотрю на поезда, и они проезжают мимо меня. Я просыпаюсь и что-то с мечту реальностью. Вау! Да, типа мне это нравится. Я всегда в него уверен, что сделать с ними. Всегда поздно действовать. Действовать, они говорят. Если я иду на Бродвей играть, типа в реальном времени нужно что-то делать. И эти все действия настоящие никогда не сделают из моей головы что-то. Может, это хорошо. Энергия, которую я прилагаю, стоит того. Может, это никогда не будет поддержано людьми, которыми я себя окрутил. Это будет падение, чтобы быть кем-то
борюсь с этой личностью. Это странно. Я типа человек решил. Короче, что там. Я хочу быть хорошим, чтобы все со мной было нормально. Я хочу быть человеком, который я вижу себя в мечтах и сломанной. Вперед, оставляя что-то позади, незначительно, что это плохое или хорошее. Может я какой-то кокон, как дерьмовая версия Иисуса, когда что-то там он вышел из гроба. Может я выйду из своего гроба, чтобы увидеть все тот же вид, который я видел, когда лежал в гробу. Но это еще время сделает это, покажет мне. И я буду кем-то другим. Я уверен. Но я буду все еще собой. И я надеюсь, я буду гордиться собой. Что ничего... В общем, меня его дыхнула. Я думаю, мы уже все варианты прошли. Да. Ага. Да, походу мы все варианты прошли. Ну там еще один был, вроде там можно было второй разъезд выбрать, но такое захочешь, включаешь мнение. В общем, суть игры в том, что не надо сидеть на месте, пока жизнь не тебя проходит. Надо действовать независимо от своих страхов. Оптимизирую.